Так, ну что ж, в комнате капитальная уборка. Наконец-то мы все тут освободили, чтобы можно было обои стелить. Убрались в коридоре. Потолок прокрашен. Знаю, слоев 6, наверное. Но вот теперь он идеальный. Так. Ванну установили. Ставили. Все на тему. Чтобы тут ничего не болталось. Ванну подпенили, все отрегулировали, канализацию собрали, сифон. ДРОшный не держит ни в каком соединении, течет везде. Будем покупать другой, более качественный. Осталось, собственно говоря, плитку подложить, просиликонить все. Ну и здесь тоже будем новую тумбу ставить вместо той старой. Так, в туалете, опять же, кран тут не стали менять. Менять придется, потому что он течет. Гофра из Леруа течет в каждом соединении. Придется опять откручивать унитаз и менять гофру на какую-нибудь более дорогую. Вот такой вот результат текущего дня.